Дорогие друзья, это очередная трагедия советского и российского шоу-бизнеса. Смотрите наши новости, не переключайтесь. Спасибо вам за всю вашу поддержку, которую вы оказываете нам, друзья. На 89-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, режиссер, театральный педагог, государственный и общественный деятель, народный артист Советского Союза Юрий Соломин. Он родился в 35-м году в Чите, окончил театральное училище Щепкина при Малом театре. В 57-м году он был принят в труппу Малого театра. С 80-го года работал в театре как режиссер, с 88-го года и до конца жизни являлся художественным руководителем Малого театра. Широкую известность ему принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант. Его происходительство». Причину смерти пока скрывает от общественности. Ищем подробности, друзья, смотрите наши новости, не переключайтесь. Главное, не забывайте, что мы рассказываем только всю правду российского шоу-бизнеса. До скорых встреч на нашем YouTube-канале, дорогие зрители.